Проверка микрофона. 1, 2, 3, 4. Еще одна минута, и мы будем в эфире. Ну что же, всем привет, мои дорогие пацанючки. С вами снова я, Кирилл. И мы продолжаем проходить игру GTA 5. И 10-я моя юбилейная серия. Ну что же, устраивайтесь поудобнее. Заводите себе чайку. И смотрите с удовольствием. Приятного вам просмотра. Но у меня появилась в прохождении одна небольшая проблемка. Думаю, по карте вы уже заметили, какая именно эта проблема. Сука, где миссии? Где миссии? Твою мать. Ладно, попробуем переключиться на Майкла. Может быть, он что-то знает. И что-то... Да, как-то нет миссии. Как-то даже странно, да? Так, что он там делает? Просто сидит на скамейке и о чем-то думает. Интересно. Интересно, интересно. И что мы сейчас вообще должны, в принципе, сделать для того, чтобы открыть миссию? Аманда? Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Теперь у вас есть выбор, помочь члену семьи Майкла или нет. Чтобы помочь, нажмите Enter, чтобы отказаться, нажмите... Тоже... Нажмите... Backspace. Тоже можно выборы делать. Офигенно. То есть, офигенно. Мы, конечно же, согласимся, дабы помириться с женой. Нам сейчас это важно, как никогда. Поэтому мы... Разумеется, помиримся, и у нас есть время, которое мы должны спасти нашу жену. Мы должны отправиться к команде. Ну, собственно говоря, появилась спонтанная миссия, такое уже было. GTA 4, и мы должны, в общем-то, помочь. Только вот есть небольшая проблема. Я не знаю, как из этой херни выбраться. Ладно, садимся вот так. Это мне какой-то GTA Vice City, блин, напоминает. Там тоже такие наподобие были, похожие моменты. Что, блин, делать? Офигеть. Ну, спасибо, разработчики. Утешили, блин, так сказать. Хорошей новостью. А если я не успею? Ну, у меня сколько времени, блин, уже осталось? Твою мать! Блин, быстрее! Быстрее, Майкл. Почему ты тут оказался? Можешь мне объяснить? Она недалеко. Вон она недалеко совсем. Может быть, мы и успеем. Надеюсь. В общем, она поссорилась с охранником какого-то магазина, и нам нужно просто... И они посадили ее в машину, в полицейскую машину, и нам нужно, в общем, ее спасти. Куда ты прешь? Блин, где выход из этой... Я бы сказал, поебой, я больше не буду ничего материться. Блин, где выход-то? Твою мать, где выход? Блин, быстрее... Блин, что, мы не успеем, что ли? Майкл, ну вот, мы даже ее видим. Стоять! Блин, быстрее! Твою мать! Ты что такое-то? Вот... Сука, ты так в таком неудачном месте оказался, в какой-то говне, блин, тупом. То в унитазе каком-то, из которого хер вообще выберешься. Опять он в этой херне. Как выбраться тут, да? Вот как выбираться из этого говна? Вот, нашли мы выход вместо. Наконец-то, все, извиняюсь, что натернулся так, блин. Все, спасаем. Дай мне бог терпения. Ну все, давайте. Спасли. Не понял. В смысле, оторвитесь от полиции, я что-то. А, вон она, жена. Иди ты в жопу, блин. Коп тупой, блин. Продажная сука, блин. Работай. Мы сейчас спасли машину Что за херня? Машина сама повернула налево. Неуправляемая странная машина. Ее влево клонит. Охренеть.
Из-за того, что она просто поссорилась с охранником какого-то магазина, нам дали 3 звезды. Вы что, издеваетесь, разработчики? Вы хотите полностью уничтожить мои нервы? Окей, вы это сделали. Что мы должны, собственно говоря, налаживать свои отношения с нашими родственниками. Ну, родственниками с нашей семьей, твою мать, господи. И, в общем-то, должны оторваться от преследования. Мы должны помириться с женой, мы должны помириться с сыном, мы должны помириться с дочерью. И надеюсь, что они нас простят, потому что, ну, Майкл уже второй или третий раз совершает неподобаемые какие-то поступки, да, поэтому нам нужно, как говорится, выходить из такой непредсказуемой ситуации. Так, мы должны где-то остановиться, чтобы копов не было. Так, вон коп, я вижу, продажный. Все, все, едем домой, отлично. Отвезем Аманду домой. И что же она нам скажет? Спасибо тебе, дорогой Майкл, либо пошел ты на... Ну, вы поняли. Твою Ну, первый раз это было, конечно, что-то. Это было что-то, я просто... Блин. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run at? Can we drive home, please? Вот мы приехали, послушаем комментарии наших персонажей. Thanks, Michael. I'm not dead and I'm not in prison. So thanks. Просто спасибо. А поцеловать? А обнять? А, ладно, это не надо. Так, в общем-то... Ну, ладно, прошли мы, собственно говоря, миссию. Ну, это была побочная миссия. Ну, ладно, мы так уж и быть ее отнесем к сегодняшним нашим миссиям. Но так-то по игре это была побочная миссия, просто обычная. Миссии я так и не понимаю. Куда делись обычные миссии? На сегодня еще одна миссия на счету, а мы не... Будем что, воздух выполнять, что ли, я не пойму. Это вот, вот за это я, собственно говоря, и волнуюсь. Anyone wanna pour daddy a whiskey? No? Знаете, вот в GTA обычно вот бывают такие баги, типа, мол... Такие баги, что вот ты прошел определенное количество миссий, и дальше они не появляются. Такое, в принципе, бывает. GTA. Это такой типа баг, знаешь. Лестер, есть склад в порту Лос-Сантоса. А нет, есть миссии, оказывается. Нет, все-таки нет. Вряд ли бы разработчики так накосячили в GTA 5. Да и, в принципе, нет, такого я не было. Такое было, да, в GTA, что проходишь определенное количество миссий, они заканчивались. Но я такое помню, очень редко было, но почему-то сейчас мне показалось, что это именно тот случай. Ну ладно, не будем, как говорится, каркать. Сейчас давайте... Сохранимся, наверное. Наверное, все-таки переоденемся в нормальную одежду, потому что, ну, как-то склад и костюм, одежда. До склада, да, нам подойдет вот такая вот одежда. Мне так кажется. Теперь давайте сохранимся. И попробуем еще раз телепортнуться за Франклином. Может, что-то у него тоже появится, потому что что-то, как бы, 2 миссии под Майклом. Так, подожди, мы должны сохраниться вот в этой параше. Вот. Все, сохраняемся. Вставай, Соня. В очках спишь. Молодец. В куртке, в очках спишь. Летом спишь в куртке и в очках. И в джинсах. Просто холодно тебе, замерзаешь. Может, еще обогреватель тебе купить? Окей, так. Попробуем телепортнуться у нас за Франклина. Что же у нас там будет? Неужели ничего? Я обижусь, заплачу ведь. Маме пожалуюсь. И мама тогда будет разговаривать с Rockstar лично. Почему тут не миссии под Майк, под Франклин? Он уж переодеться успел. Молодец вообще. Давайте, может, кому-нибудь позвоним, не знаю, может, так мы набьем себе миссии. Что у нас вообще есть?
Хау. Тебе повезло в Liberty... Почему? LC это Liberty City или что это такое? В Лос-Сантосе, твою мать. В Лос-Сантосе. Постоянно проходят какие-нибудь гонки. Если интересно, езжай на место встречи. Хау. Давайте позвоним, что-то будет. Тот самый китаец, судя. Баненза. Да, тот самый китаец, который давал нам, собственно говоря, гонку нашу первую. Давайте Беверли позвоним, что у него новенького. Hello, I am busy changing the... Занят, понятно. Дрочишь, сидишь. Так, не суть, будем искать дальше. Будем искать дальше. Дирижабль, Денис, служба спасения, Джимми, Ламар, Майкл, Таниша. Блин, я помню, когда я играл, да, вот, играл я первый раз здесь. Тут, помню, были миссии. Такого, помню, никогда не было, чтобы под ком-то заканчивались миссии. Всегда, помню, были миссии. Или я под ком-то проходил сразу по две миссии. Подожди, что там у меня? А, это что у меня там такое? А, гонка. Вот, можно гонку вот эту пройти. А что, нормально, мне кажется, вполне нормальная идея. Вот она, красном оставили сообщение, да? Ну, пройдем, что. Возьмем тачку, пройдем, разумеется. Не знаю, лучше взять, наверное, ту белую тачку, которую мы уже брали. И отправляемся на гонку, наверное. Сейчас только захватим нашу белую везучую тачку. Блин, это радио, я... Сейчас посмотрю, в рок-радио очень нормально есть. О! И нормально, сейчас, короче... Короче, мальчик. Короче, мальчик, я сделаю так. Чтобы было вам интересно смотреть эту гоночку, я включу свою музыку. Разумеется, это будет, наверное, скорее всего, Никельбэк. Скорее всего, да. Сейчас мы... Просто... Мотик поставим. Там как в Vice City, блин, тоже. Когда в гараж заходишь, тоже по крупным планам. San Andreas, GTA 3. В общем, когда в гараж заводишь машину, там всегда отдалено от персонажа. Камера отдалена. Видно гараж. То есть в отдаленности. А в Vice City, когда заходишь в гараж... И в GTA 5 тут в полном экране. Так, окей, я сажусь в машину. И еду на гоночку, на новую гоночку. Я включу музыку, потому что все равно будет включена моя. Какая разница? Не понял. Чтобы принять участие в личной гонке, жмите Е. А, все. Все, сейчас будем стартовать. Давай, Франклин, не подведи, я на тебя рассчитываю. Вау. Блин, за Франклина, грех за Франклина проиграть, у него же слоумо есть. Что мы такое говорим? Сколько кругов? Ну что же, начинаем, я умолкаю и включаю музыку.
Победа! Победа! Чё так грустный? Чё так грустный, Франклин? Ты ж победил, чё ты? Ты же победил. А вы лохи. Окей. Ну что же, прошли мы. Ну не миссию, а просто гоночку такую. В общем, да, сейчас по Шенди, наверное, ты сейчас, наверное, скажешь, что... Ой, ты нечестно прошел. Чё ты слово мо постоянно использовал? Да, возможно, это, конечно, нечестно, да, но... Всё-таки у меня есть один неопровержимый факт, что Франклину дали в GTA 5 слово мо, и никто... Никто не запрещал мне его использовать. Поэтому я имею полное право использовать слоумо, дабы оно есть у Франклина. Так что, мальчик, если ты придирался по этому поводу, имею в виду, если придирался, может, ты и не придирался, так что не говори, что ты не придирался. Если ты придирался по этому поводу, то вот тебе мои слова. То, что я имею полное право это использовать. Да, возможно, это нечестно, но... Тем не менее, и да, эта часть была довольно такая коротенькая, эта серия, но я буду разбираться, что у нас случилось с миссиями, почему у нас их такой избыток, так сказать, я буду с этим разбираться конкретно. Ну, у нас за Майкла появилась одна миссия, да, возможно, пройдя миссию за Майкла, мы откроем очередные миссии за Франклина, в принципе, такое тоже может быть. Но, собственно говоря, нужно разбираться все-таки, почему миссии не открываются, потому что у меня лично открывались. Может быть, так надо, не знаю, может, так задумано, потому что, ну, должны, по идее, должны открываться. Так, ну, в общем-то, наверное, сейчас будем телепортироваться на Майкла и на том уже, наверное, заканчивать наше прохождение. Отдыхаешь? А, нет. А где же он? Женой спит. Балуется с женой. Молодец, Майкл. Помирился с женой. Все-таки решил в этот костюмчик одеться. Ну, молодец. Вон он спит. Лестер. Партии газа Бизи привозят в аэропорт с перерывами в 2 часа. Угони фургон или взорви его. Еще появился на миссии. Ну, просто закидали мне. Ну, вот давайте мне на Франклина еще миссии, тогда будет радость полные штаны, так сказать. Ну, мы давайте еще раз сохранимся. Все-таки сын решил. Я думал, сейчас на нее ляжет. А он на нее так и смотрит, да? Так, давайте еще раз, наверное, сохранимся и... Ну, вот, наверное, в эту запись. Нет, лучше в эту запись, да? Да, в эту. Жена такая спит. Вот мне нравятся такие сцены вообще, да? Вот бы еще было написано «Е» — сохранить игру, а буковка, допустим, «К» — полапать за задницу. Вот это было бы реально прикольно. Ладно, это я уже что-то пошлю. В общем, да, на этом, наверное, уже заканчиваю серию. Она получилась довольно короткая, но прошу прощения. Вот он, Джимми, что он спросил? Кажется, он спит без наушников, там, без всего этого своего барахла, там, без плазмы. Просто чисто спит. А что же делает наша дочурка? Не понял, что это за звуки? Что это за звук? Давайте посмотрим, что у нас там происходит. Ну, домоработница. А, вот. Опять, наверное, стыд Алислава или что это там? Или что это нас смотрит? А, она, наверное, делает разминку под эту телепрограмму, так сказать, правильно, да?
можем попинать мячик, да? Прикольно. Давайте мы и пнем. Будешь с нами в футбик играть? Будешь с нами играть в футбик? Ну давай, пни мячик. Давай, пни, пни, пни. Как там пнуть-то его? Просто так. Как помнишь в этом, в The Evil Within по Шенди, я Джозефу этим, Себастином пинал ту бочку. Помнишь, я ему тоже предлагал футбик поиграть? Сесть на диван. Тоже смотрит. Выбрать канал? Да не. Просто не будем нашей, говорится, дочурке мешать. Вообще, куда она пошла? Куда ты пошла, девочка? Ладно. Ну, вообще, все, на этом, наверное, закончу. Так, давайте еще посмотрим нашу домработницу, моет посуду. Миссис Аманда drink a lot. She need a lot of glasses. Какая-то она не русская, даже не американка, не англичанка, ну да ладно. Домашний телефон, прям все, все прям то, что нужно для жизни есть у Майкла дома, это вообще полностью офигенно. Ладно, пошли. И Димыч, с вами был я, Кирилл, это была 10-я юбилейная, ну да, довольно такая не очень часть, ну, то есть по времени имею в виду, довольно коротенькая часть. GTA 5, с вами был я, Кирилл, и увидимся в следующей части, которая, надеюсь, будет интересной, и, надеюсь, миссии будут появляться и появляться, потому что, когда я проходил первый раз, они были. Где у нас есть слово-мо. И все, удачи вам и пока-пока.